Всім добрий вечір. Дякуємо дяді Віті за такий супровід музичний. Окремі оплески дяді Віті. Добрий вечір вам, наші глядачі. Добрий вечір глядачам, тим, що спостерігають за нами зі своїх балконів. І вам теж привіт. Спасибі, що ви з нами сьогодні. Ви знаєте, оцей от піджак я одягаю двічі на рік. Це на Великдень, і якщо якась трапляється подія, така дуже значуща. От сьогодні, саме сьогодні, така дуже значуща подія, адже після такої довгої паузи, майже там 5 місяців чи півроку вже немає значення, ми знову з вами зустрілися, і ми дуже-дуже за вами скучили. Так що дякуємо, що сьогодні ви завітали до нас. Пару днів тому назад, така невеличка історія, я загадав бажання, щоб 12-13 серпня не було жарко. Як бачите, бажання справдилося, але я скажу, що все-таки сьогодні буде жарко. Буде жарко від виступів наших артистів, які сьогодні з нами, буде жарко від їхніх жартів, тобто і вам не буде точно холодно, вам точно не буде сумно. Так що ми розпочинаємо. Дякуємо, що ви з нами. А для моєї зраненої душі. Зоди.
Домой. Я что, уже замерз? Не, ты хочешь кушать, а я уже сварила суп.
Из чего? Из моих последних сил. Понял, иду. Ну что, мои дорогие, не ждали? И таки здравствуйте в нашем одесском дворике. Вы не представляете, я такая рада я вас видеть всех. И вас, дорогие мои, тоже. Да, здравствуйте, дорогие соседи. Слушайте, Катенька, я на вас просто не могу, любимая. У нас гости из самой столицы. Мужчина, и мой любимый. Так, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы по-прежнему счастливы в браке или повезло? Какие? Так, вам и надо. А вы свободны? Нет? Да, пожалуйста, девушка, вы свободны, нет? Прекрасно! Так, а вы? Нет. Ну ладно, так и будет. Так, у меня вопрос, свободные люди есть? Молодой человек, вы несовершеннолетний, можете не слушать. Значит так, что я вам скажу? Значит, проблемы проблемами, а тетя Роза делом занимается. Я решила, что таких прекрасных людей должно быть много, и решила развиваться в этом направлении. И я придумала для себя шикарный стартап. Я открыла брачное агентство тети Розы. Ну, раз это не шикарная новость. Наш слоган: выдадим вас замуж за еврея любой национальности. Да, потому что, как говорила наша тетя Песя, женщина была создана для того, чтобы мужчина не помер от счастья. О! А вот и наш первый клиент. Здравствуйте, моя дорогая. Ой, здравствуйте. У вас такой шикарный макияж. Вам под ним не жарко? Так, ладно, попробуем еще раз. Софочка, здравствуйте. Как ваше никому не нужное здоровье? Не дождетесь. Ой, тетя Роза, слышала, это ваша новость про никому не нужное брачное агентство. Вы знаете, в наш век интернета и электронных связей это ваша затея абсолютно провальная. Что бы вы там понимали? А вы знаете, Софочка, как в наше время женщине самой сложно найти мужчину, который не мешал бы жить? Ха? Ну, деточка, ты все равно уже у меня в клиентской базе. Говорят, вы расстались со своим. И что таки случилось? Ой, тетя Роза, ну вот вы смогли бы жить с человеком, который пьет, курит, ругается матом и лезет в драку? Да не в жизнь. Ну вот и он не смог. Ой, слушайте, а как продвигается ваш роман с Додиком? Ой, там тоже уже все кончено. Вы знаете, до женщины его мечты я немножко не домолчала. Слушайте, я бы, конечно, спросила, почему, но вы же потом не заткнетесь. Тетя Роза, а вот скажите мне... Ну, может, у вас кто на примете есть? О, точно! Вы знаете, моя племянница такая хорошая девочка, а никак не может устроить личную жизнь. И что такое? Все потому, что у нее неподходящая профессия. Софочка, что вы мне такое предлагаете? У меня порядочное, приличное агентство, уважаемые клиенты. Ой, тетя Роза, ну что вы, я же не о том вам говорю. Она работает проводницей в поезде Киев-Бердичев. А вы же знаете, что там едут или с женами, или из тюрьмы. Софочка, это прекрасное предложение, пойдемте обсудим. На полочке стоял мой чемоданчик. А ну
ну-ка, убери свой чемоданчик. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А ну-ка, убери, а ну-ка, убери. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А ну-ка, убери, а ну-ка, убери. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. Нет. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу. А я не уберу. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу. А я не уберу. А я не уберу свой чемоданчик. Он взял его и выбросил в окошко. Он взял его и выбросил в окошко. Он взял его и вы. Он взял его и вы. Он взял его и выбросил в окошко. Он взял его и вы. Он взял его и вы. Он взял его и выбросил в окошко. А это был не мой чемоданчик. А это был не мой чемоданчик. А это был не мой. А это был другой. А это мои тёщи чемоданчик. А это был не мой, а это был другой. А это мои тёщи чемоданчик. О браке. А было в нем свидетельство о браке. А было в нем свидетельство, а было в нем свидетельство, а было в нем свидетельство о браке. А было в нем свидетельство, а было в нем свидетельство, а было в нем свидетельство о браке. Я снова холостой и не женатый. Я снова холостой и не женатый. Теперь я холостой. Теперь я холостой, теперь я холостой, теперь я холостой, не женатый. А Борис тихо ехал на Бердичев. А Борис тихо ехал на Бердичев. А Борис тихо ехал, а Борис тихо там. А Борис тихо ехал на Бердичев. А Борис тихо ехал, а Борис тихо там. Так я ж в принципі, все одна, знову одна в союз.
Солнышко дорогое. Кстати, я тут не понимаю. Ни одного раза не видел вашего дяди Фиму в маске. Он что, не боится заразиться коронавирусом? Яшенька, я тебя умоляю. Там такая конкуренция, там диабет, тахикардия, стенокардия, камни в почках и близорукость. Если туда попадет коронавирус, он станет в очередь и помрет в ожидании. Я таки имею мечту жить вечно. Яшенька, тогда женись. И шо? Я буду жить вечно? Нет, но желание пропадет точно. Яшенька, послушай. Ну это же так здорово. Вот когда ты женишься, жена будет делить с тобой все проблемы и тревоги. Тетя Роза, у меня нет таких никаких ни проблем, ни нервозов. Ну так, я тебе говорю, когда ты женишься. Да, тем более, что я уже нашла для тебя идеальную невесту. Это наша Сарочка. Сарочка. Да, у нее жуткая аллергия на духи, цветы и мех. Тетя Роза. Да словами не передать, как я вас люблю! Да-да-да, Яшенька, передай деньгами! Какие деньги, тетя Роза? У меня стресс! Что такое? Я имел сон. Просто кошмар! Ой! Моника Белуччи, Софи Лорен, Клаудия Шифер и Циля дрались из-за меня! Ой, так иди ж тут кошмар! Победила Циля! Яшенька, деточка, я тебя прошу, развить свой сон! И пойдем таки к Саре и послухай тетю Розу. Чем надольше ты откладываешь поиски невесты, тем более темным будет прошлое твоей жены. Понял? Все, пойдем. Быстро к Саре. Быстро, Thank you.
мною замість тютюну. Мурка, мари, що дівчинко, Мурка, моя ти любонько, Мурка, я не продам за так Марусю Зуля. Раз пішли на справу, я та Рабінович,
Так, обережно. Поторопіли. Давайте. По порядку, все як було. Ну що, як воно було? Сиджу я, значить, у кафе. Підходить до мене дівчина, така приятної внешності. Та й каже: молодой красивий, гостите даму з піч. Ну, і? Ну, я і гостю. Красиво. Бажання стриматись не було сили. Ми познайомились, сиділи, щось болтали. А я забув, тебе Света звали. Света. А на дворі було лето. Я в солодці конфети. Твої поцілунки, Света. Лето намалювало портрети. Обожаю Костю моряка.
вечерюха покрылся. Бульвар французский был в цвету. Наш гостя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту об этой новости неделю. Порту шумели рыбаки. Скрипом башмаке. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Одесса на веселой свадьбе моряка. Алло, да, брачное агентство тети Розы. Ша, а что вы так кричите? Кто вас обманул? Нет, я вам сразу сказала, что у нее есть ребенок. Какой позор? В чем позор? Ах, ребенок родился до свадьбы? Ну так и что? Это же ребенок, откуда он мог знать, когда ваша свадьба? О. Так, ничего, человек. Что это такое? Алло, слушаю. Да, я вас помню. Вы хотели невесту с большим приданым. Так вот, можете открывать счет в банке. За вашу невесту дают 50 тысяч. Что вы хотите? Посмотреть ее фото, милый мой. За такие деньги я фото не показываю. Получите приданое, купите фотоаппарат и снимайте, сколько влезет. О, ой, какие требовательные пошли клиенты. О, 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 так. Алло. Алло, это Яков Абрамович. Хорошо, что я вас застала, дорогой мой. Да мы оба с вами прекрасно знаем, что у вас ужасная дочь, которая мешает вам жить. И все равно, когда я привожу жениха, пожалуйста, не надо сразу лезть, целовать ему руки и кричать, что он ваш спаситель. Они тут же начинают что-то подозревать. До встречи. Так, да, звонит. Есть этот, есть. А? Алло, кто говорит? Сима Гершевна, от Бутхиса? Так, очень приятно. Что вы хотите? Жениха? Отлично. Для кого? Для дочки? Нет? Для внучки? Ах, для себя. Интересно, если не секрет, сколько вам исполнилось? 36? Извиняюсь, а в каком году? О, нет, хорошо, хорошо, будем искать. Может, что-то откопаем. Так, это очень сложно. Нужно расширять базу. В Одессе ее уже все знают. Придется искать не местный материал. Что у меня тут есть? Киев, Тбилиси, Минск. А, это точно подойдет. Да, да. А мой дедушка родной, Кривляный коренной, чуть однажды не сошел с ума. А слух по Киеву прошел, что должны снести подол и построить новые дома. Но без подол Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы или мы реальные места. Но без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. И
вчорашнього дня. Горе здорова, Дієв невозможен, як святой Владимир без Христа. Это ще пустота Одессы, это новости депресси и мемориальные места. Горе здорова, Дієв невозможен, как святой Владимир без Христа. Это ще пустота Одессы, это новости депресси и мемориальные места. Сердце. Но у нас с вами здесь еще в Риге, и во всей вашей прекрасной Украине сегодня будет биться музыкальное сердце нашего одесского дворика. Благодарю вам, наши любимые зрители! И в Одессе, и в Москве, и в далеком городке, где бы ты ни был, и где бы ты ни шел, и пусть ты Киева не знал, но я уверен, Горе Здорова, Киев невозможен,
Чувствую, я тебя ожидает брак по-еврейски. Угу. Так. Это как? Это когда женщина берет себе на воспитание взрослого мальчика, мама которого с ним уже не справляется. Да. Это как раз про тебе. Угу. И детей заводить тебе пока еще рано. Ты морально не готов покупать киндер-сюрприз и делить его с кем-нибудь другим. Да. А теперь, детка, иди домой и помой посуду, потому что люди подумают, что я о тебе не забочусь. Тетя Роза, мытье посуды ущемляет мои мужские достоинства. Семочка, я тебя умоляю, пойди и помой посуду руками, хорошо? Все, иди. Иди, не последний нерв. О, иди, детка. Алло, тетя Роза у аппарата. Белочка? Белла, что у вас случилось?
Слухайте, Белла, а давайте я вам скажу таки всю правду. Если мужчина, с которым вы живете, не берет вас замуж, то он вас просто арендует. Да. Что? Женат? Вы его увели? Так это ж несложно. Вы его попробуйте назад жене вернуть. Ага, да. Ну поймите вы наконец, что молодой, красивый, умный, богатый, веселый и нежадный – это 6 разных мужчин. Да, причем абсолютно разных национальностей. Ох, тугие ж пошли приятные. Ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portare via.
Цивілізація, 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 цивілізація,
Сонечка, а вот скажите мне, пожалуйста, что в вашем представлении идеальный брак? Ой, тетя Роза, ну а вы посмотрите на наших либерманов. Я ими восхищаюсь. Вот они уже 30 лет вместе, угу. Но когда они гуляют по городу, они всегда держатся за руки. Соточка решила не в курсе. Если он ее отпустит, она обязательно что-то купит. Да. Миша! Мишенька! Мишенька! Слушай, а ты не мог бы мне на вечер одолжить свою скрипочку? Софочка, неужели вы хотите научиться на ней играть? Нет, я так и хочу наконец-то выспаться. Ой, Мишенька, а если ты будешь хорошо себя вести, родители купят тебе велосипед. А если плохо? А если плохо, то пианино. Потому что я так и скажу твоим родителям, Миша, что у тебя таки еще один талант. Мишенька, иди готовься к конкурсу, не раздражай тетку. Тетя Роза, да. А вот за что вы больше всего мечтали на карантине? Ой, Софочка, больше всего за платье. За новое? Нет, за влезть в старое. Скажу вам по секрету, вы представляете? Наши ролевые с Фимой игры закончились скандалом, даже не начавшись. Мой дядя Фима переоделся в доктора, пришел в спальню и сказал: диетолога визивали. Тетя Розочка, а вот что для вас настоящее счастье? Вот вы помните свой первый поцелуй? Ой, Соня, да я своего первого мужа не помню, какой там поцелуй. Ой, нет. Вообще-то, я на свою жизнь не жалуюсь. Мне Бог все дал. Мне и молодость была, и здоровье, и счастье в личной жизни. Правда, на это у меня ушло 4 мужа. Но полного счастья я не знала. Не дал мне Бог детей. Ну, так получилось. И тогда я себе сказала: Розочка, ты хочешь ребенка? Ну таких кто тебе не дает? Пойди в детский дом и возьми себе ребенка. И ты тогда сделаешь счастливыми сразу двоих. Себя и его. Сказано, сделано. Я собралась и пошла в детский дом. Вы были в детском доме? А вы были когда-нибудь в детском доме? Нет? Ну тогда вы не знаете, что такое настоящее несчастье. Потому что когда ты смотришь в этих... глаза этих детей, ты сразу начинаешь плакать. Потому что каждый из них смотрит на тебя и думает: вот она, моя мама. Вот, наконец-то, она пришла и сейчас заберет меня домой. И тогда я себе сказала: Розочка, у тебя есть хорошая двухкомнатная квартира. Пару копеек на старость ты себе отложила. В чем проблема? Возьми двоих детей. Пусть им вдвоем будет веселее. И, честно говоря, мне было абсолютно все равно, кто эти дети по национальности. Ведь когда ребенок рождается, у него нет национальности, правда? Но, между нами говоря, я решила так. Уж если я беру двоих детей, ну пускай хотя бы один из них будет еврейский. Но вы знаете, что оказалось? В этом доме еврейских детей нет. Ни одного. Оказывается, евреи не бросают своих детей. Это я уже потом проанализировала, почему. Ведь евреи не дураки, нет. Они прекрасно знают, что из каждого ребенка вырастает либо выдающийся ученый, либо знаменитый музыкант. А кто же бросит такое богатство? Только шлемазл. Моему мальчику 8 лет. Его зовут Тарас. Он украинец. А дочке 6. Манана – красавица грузинка. Манана и Тарас Рубинштейн. По-моему, звучит, правда? Да. Вот так мы и зажили. Не богато, но весело. И все, что у меня было, мы делили поровну. И вы знаете, я никогда даже не думала, что я такая хорошая мама. Теперь я знаю, что такое настоящее счастье. Когда Тарасик первый раз назвал меня мамой, я проплакала всю ночь. Казалось бы, что такого? Простое слово. Но, может быть, именно его я ждала всю жизнь. Одним словом, я думала, что с моими детьми я никогда не буду знать горя. Но вы даже не представляете, какие люди бывают злые. Я вам сейчас все расскажу. К моей дочке ходила девочка из соседнего подъезда. Они играли, шушукали, шили что-то куклам. И вот однажды девочка перестала к нам приходить. День, другой, третий, я спрашиваю: Манана, что случилось? Где Светочка? У дочки полные глаза слез, она говорит: ее папа не разрешает ей со мной дружить. Что? Да как он посмотрит?
смел. Я собираюсь, иду в соседний подъезд искать этого папу. Господи, вы бы его видели. Маленький, плешивый, носик приплюснутый пуговкой, плюнуть некуда. Но я держусь. Здравствуйте, Петр Иванович. Что у нас таки случилось? Ничего. Просто я не хочу, чтобы моя дочь дружила с еврейкой. Да что бы вы хотели знать, Манана не еврейка. Кто? Она? Да ее нос за километр видно. Позвольте, а при чем тут нос? Нос еще не определяет национальность. Вот у вас, например, практически нет носа. Но я же не говорю, что вы русский. Может, вы просто сифилитик? И тут я сказала ему все. Про него, его жену, его родственников до седьмого колена. Уж если я открыла рот, его не может закрыть даже полиция. В общем, я хорошо разрядилась, а потом весь вечер пила валидол и думала, ну и что, Розочка, и чего мы добились? Ведь ты просто сказала мерзавцу, что я мерзавец. А как объяснить своей девочке, что в дружбе главное не душа, не сердце, а величина носа? Ну, слава богу, дети быстро забывают обиды. Прошло 3 недели, и дочка успокоилась. Но тут новая проблема. То есть началось все хорошо. Оказалось, что у моего Тарасика восхитительный голос, прекрасный, как у ангела. И хоровой коллектив, в котором он занимался, решил отправить его на международный конкурс. В день отборочного тура я его умыла, причесала, одела, как картинка. В добрый путь, сынок. Вечером он возвращается чернее тучи и говорит, я туда больше не пойду. Тарасик, сынок, что случилось? Кто тебя обидел? Молчит, как камень, ни слова. Всю ночь мы не спали. Он вздыхает, я вздыхаю. Утром я не выдержала, поехала в жюри, нахожу председателя. Здравствуйте, я мама Тараса Рубинштейна. Что случилось? Он такой жмется, мнется, говорит, ну, ничего не случилось. Просто ваш мальчик выбрал не тот репертуар. В смысле? Объясните. Он выбрал песню «Айдиши мамы». Айдиша мама, ой, вейви, Питер Вензефелд. И дар в добрый минут, во всем худерно возит. Ой, вейви, тройлитезит, Вензегейта Брэкс. Это плохая песня? Да нет, это не плохая песня. Ну просто вы понимаете, мы хотим отправить его на международный конкурс, а петь там на еврейском языке, ну это как-то странно. То есть, а если бы он пел про украинскую маму? Ну это было бы уже совсем другое дело. Ага. То есть петь про маму, которая его бросила, можно, а про ту, которая о нем души не чает, нет. Ой, нет, ну что вы меня неправильно поняли. Нет. Я вас очень правильно поняла. И вот я вам сейчас это все рассказываю, а сама не знаю, как мне жить. Я знаю только одно, что мне очень жаль моих детей. И не только моих.
всех детей. Каждый день я молюсь за них Богу. Я знаю, что такой молитвы нет, но я очень верю в том, что Он меня услышит и поймет. Господи, защити моих детей от злых и завистливых людей. И сделай так, чтобы когда они выросли, они даже через переводчика не могли понять, что такое чурка и кацап, армяшка и хохол, нигер или жид. Сделай так, чтобы мои дети не знали горя. А уж мама постарается сделать так, чтобы тебе не было за них стыдно. Отдохните, дети, день был очень жарким, за стежком снежок, хороший стал тяжелый. Потом помой. Девочка моя, завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя, фейген моя, грустноглазая. А бабушка Майку скажет, засмеешься, люди разные и песни разные.
Земля, где мой друг, мой.
останешься ты или молод, и каждый весной натянет меня в Одессу мой солнечный город, в Одессу мой солнечный город. Любимые, немножко развлекли мы вас. Настроение чуть-чуть подняли. Ну так еще я вам таки скажу. От взгрустнется вам, приезжайте к нам, в наш Одесский дворик. Потому что по современной статистике 95% украинцев живут в стрессе, но остальные 5 таки в Одессе. Come on.
Тепер нарешті прийшов час познайомити вас з тим, хто створив Одеський дворик у дворі Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. Звук Володимир Попов, Оксана Османова, Олександр Єрмаков. Оснащення сцени Дмитро Матвієнко, Віктор Стельмар, Дмитро Чикілевський. Дякуємо вам. Художники Ірина Крикіна та Артем Сіворакша. І наші артисти Олександр Новопашин, Вікторія Олійник, Костянтин Слованюк, Олександр Лудан, Анна та Дар'я Міхневич, Яна Корольова, Катерина Іващенко, найкращий скрипаль на даху Михайло Скидар, театр танцю «Екватор» Іван Гладков, Євген Олещенко, Іван Кузьменко, Тетяна Герус, Марія Лагута, Світлана Києвицька, Віктор Бойников, Іванна Подольська, В'ячеслав Матвійко, Макс Пузан, Марина Коленко, Ольга Печко, Інна Василенко. Працівник культури України Світлана Пилипенко. Заслужений артист України Сергій Сулімовський. Заслужений артист України Володимир Гришин. Режисер-постановник Дмитро Пітніков. Генеральний директор та художній керівник філармонійного центру, заслужений діяч мистецтв України Сергій Теребун. Дорогі друзі, і останній, маленький прогнозик від тьоті Рози. Корона спадет, і треснет кольчуга, розкроються двері, розсипляться башні, ми видим із дома дышать друг на друга, чихать друг на друга і кашлять. Всем здоров'я, ждемо сюди в нашому одеському дворіці. Любим, цілуємо крепко. Так. Тепер цвіти, овації, потім фотографії, да, в нашому дворі.